Анонс и точка выхода четвертой части сериала «Орлинская. Молния Зевса». Премьера сериала состоится 10 апреля на ТВЦ. В Лиманске всех потрясает чрезвычайное происшествие. Удар тока становится последним событием в жизни мужчины. На первый взгляд причиной стал банальный несчастный случай. Человек подвел к своему жилищу лишний провод. Тот замкнул, и вот она трагедия. Однако, на самом деле все не так уж и банально. К тому же жертва оказывается бывшим супругом оперуполномоченной Марины Орлинской. Дело удается раскрыть достаточно быстро, однако не заставляет себя долго ждать. Новая трагедия. В подвале собственного дома умирает сотрудница паспортного стола местного ОВД. Женщина отравилась молодым вином. Подобно акуле, опасность кружит рядом с Мариной. Причем круги становятся все уже, а неуловимая мафия все реальнее и ближе. Премьера сериала состоится 10 апреля на ТВЦ. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.